Ани Бичочки из Шотла. Да. Виталий говорит, свет. Морковочка, картошечка, стол подготавливается. Дело идет. Жареные уже есть, есть уже. Жареные, а вот жарятся. Все. Красота. Вот Виталик сделал подгончик там. На рынке нету рыбы, а у нас есть это рыба. Это по новой кошке. С Азова пришло где-то, да? Красота вообще. Классно. Азовский бичок. Виталик довольный, диви, аж... Ага. Лисина аж блистить от лампочки. Сам не вас запросили. Да, да. Я сколько времени этого ждал? Бичка, да. No. Пока вы с Азова до нас послали. Вот такая красота у нас получается. Сказка. Телефон не упал в кастрюльку, то буде дорога юшка. Ох, береш казан. Клас. Віталічку, куди лазь, да, на мене їздя? Ялічка. Молодець. Я сьогодні хоч віддихнув, бачу, ти вариш, думаю, не буду її мішати. Ну, а що даже кости отдыхнуть. Ну да. О, а что ж постоянно? Из самой зимы. Вот это вару, 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 вару. А вони едят и едят, едят и едят. Не успевают до вара. Ну. Со столами отходят. Все на фейсбэчик. Да. Да. Сегодня классно. Сегодня ты что, вообще бомба. Та бачили, всі вже бачили. Нас уже теж бачили, продовжуй побачити трошки. Ну покажу, покажу зараз. Що ти говориш? Ну так нормально працювати. Да? А як іначе? Іначе не завдихати. В наше время треба так не завдихати. А потом только собираемся, блядь, и венки носим. Да, а так лучше, да, надо сейчас собираться пока. Собираться, отдыхать, все. Это же дня. Успеваем. Время идет. А мы стареем. Да. Будем надеяться. Все нормально. Нормалды. Надо тут вывеску такую, что нам забацать. Чтобы такое придумать, чтобы было... Оригинально. Да, оригинально, что такое. Или вывешивать, или что постоянно. Постоянно нельзя. Не, постоянно нельзя, потому что тут будет... Да, очередь, мы не сможем отбиться от них. Тебе придется варить постоянно. Казан мы будем успевать отмывать. Ну. Нормально, нормально. Смотри, какая красота получилась. Покажи тут, покажи. Покажи для тех, кто сегодня не с нами. Глянь. Глянь. Серый. Иди, скажи. Да хорош уже, хоть картошку покажи. Картошка там есть, да, вообще? Картошка. Тут морковку видно. Мясо, видно. Мясо, мясо. Жирный какие-то получилось. Мясо, мясо и мясо. Жирное? Да. Все, серенький. Ты уже уезжаешь? Не, я уже сюда. Давай проведем. Я уже сюда. Мы тебя проведем. Не надо, блядь. Для Сережки сделаешь самое такое, чтобы было приятно ему. Рыбку попробовали уже. Все вкусно. Да, ничего себе. Четенько. Там ребрышки есть, елки. Как может быть жирные? Ребрышки не бывают жирными. Нет, то голяшка такая. Голяшка, да. Пять уебки, робят электронные ключи. Сейчас. И вагоны, соответственно, имеют.
І чоловік приходить, каже, ми треба договор. Він каже, без питань, ти мені. Хтось могло на тебе за троє стоїть. Полтори тисячі. Полтори тисячі гривень. І плюс ти мені платиш. Полтори тисячі гривень, нахуй. І ми тобі робимо на голову. А ну втяни живіт, Марата не видно. Вийди з тіні живота. Втяни живіт, Марата не видно. Мультик про Волка, коли він сидить і говорить. Ой, там на горі щось там. А той каже, не надо. І через 5 минут той каже, зараз точно. Спаю. Я розібрався, підняв. А мамка говорить, а мой батя, дідя Льоша, знаєш, мамкин. А вот они застольная песня это было, когда не было ж это, как магнитофон. Ну да. Это у нее было. И я говорю, что папа пел, да. Я говорю, мама, ну пару слов. Бо я сколько, 5 раз их мультики пересматривал, я не мог запомнить, не запомнить, услышать, что они там поют. Проблемы со слухом. А она напела мне, я раз на интернете чик-чик-чик прослушал, классно так. А потом свела среднего брата со старшим, и они бьются, она говорит, топор не трогай, блядь, а тут сам за топор, ты из него, и зарубал в лодечке. Это не сильно любимый, и помню, Тобі не жирний, так? Так, мені не жирний. Ось тобі. Ось шубка. Щоб як резиновий був, знаєш, тягне, щоб він по зубам. Що воно має? Губи, губи відбувають. Так, це не шубка, так. І картошечка. А там її мало, так що картому поштучку. Ну, що тобі робити? Я Ленке сказал, говорит, появимся мы с первыми лучами солнца, да, супер. В каком месте? Это Виталику, Мателику. Вот и брат Виталику, она получилась. Да, и картошечку ему одну кинь. Блядь, я дал пару лошадь. Полетела птичка! Что хотел сказать, Валерчик? Главное твое здоровье, братан. И чтобы у нас вот этот стол и компания всегда было... Вот это ж, ну, то, что на столе, это однозначно, чтобы было только лучшее. Чтобы это было самое лучшее. С каждым разом было лучше и лучше. Да. И вот у нас человек рады мы, и вообще компания, и люди. Чтобы серенький. Всегда были самые классные люди, чтобы мы встречались вот так вот и отдыхали. За твой день рождения, за... Буду, Валерка, за день рождения твое. Да. Давай. За сколько тебе? 41. Начался 41. Молодой орел, чтобы у тебя крылья были всегда пышными. Он же в космос раздулся. Да. Thank you.
Віталій сказав зробити рекламу вам, Старчака. Ось Старчак. Каже, дуже вкусні сімочки. Упаковка стоїть. Упаковка стоїть. Вагон, хай присилають нам. Сколько стоїть сімочки?